дорогие мои, у нас работает пикет в городе Дальнереченске с 12 до 7 вечера. Ну, старайтесь приходить где-нибудь в обед, вдруг, если вдруг кто-то отойдет, ну а так до 7. То есть против пенсионной реформы собираются подписи для нашего президента Путина, чтобы мы надеемся, очень сильно надеемся, что он наложит вето на этот закон, который придумал Медведев и придумала «Единая Россия», сильно любимая наша в кавычках. Так что адрес у нас Победа 5-3А. Вот Победа 3А, вернее, это вот здесь памятник 2200. Не ошибетесь, можно найти. Недалеко от автовокзала. Так что подходите, подписывайтесь, ставьте. Хочешь домашний, неважно. Нет, не привез еще. Ну я же в туристе был. Погоди ты, будут. Раз пообещали, значит. 28-го, 12-го, 10 метров. Все, согласовали? Вчера со мной говорила. Он же носил. Я вот в пятницу буду в Владивостоке, пойду к нему схожу, он обещал. А у нас одна бабушка даже поставила наоборот, что она за эту реформу. Нет, она сказала, я уже на пенсии, а дети пусть, короче, до гробовой доски работают. Как она все ничего. Да, вот, представляешь, как она, я чуть не офигел. Газетки берите сразу. И те, это для вас. Ага. Губернаторы. Она свернута, да?